Стамбул, 1971 год. Ну же, брат, ты ни разу не спускался вниз. Куда мы идем, а? Я бы посмотрел на тебя, если бы ты оказался на моем месте. Ты бы не спустился, а покатился. Да нет, брат, я бы не побежал один, как ты. Но ты побежал, чтобы спасти меня. Ты побежал, Кенан. Ты же прогонял меня, просил не идти за тобой. А теперь рискуешь собой, чтобы спасти меня. Разве я не прав? Кенан. Говори правду. Ты боялся, что со мной что-то случится? Что будет с Хайратлы? Он пытался убить меня. У него не вышло. Теперь моя очередь. Как твоя очередь? Это же сам Хайратлы. Ты не справишься? Сначала я займусь своими делами. Затем займусь им. Постепенно. Сначала подготовишь окружение. Поможешь другим. И слава, и деньги. Будешь работать на себя, так? Да, так. Куда мы идем? Мы уже пришли, брат. Поздравляю с первым делом. Он? Он мне поможет. Это сам Рамис Карайский. Не слышал? Ты просто... просто неопытный. Этот человек убийца. Убийца. Никого не боится. Все боятся его. Если будут проблемы, приходи к нему. Он будет тебя защищать. Брат, что происходит? Иди посторожи. А ты подойди, братец, не бойся. Не бойся, никто не навредит тебе, пока я здесь. Я под натиском. Этот магазин достался мне от деда. Память. Буду заниматься своим делом. Такие у меня планы. Но я под натиском. Что потом? Приходил человек. Он выкупил соседние земли. И это место хочет выкупить. Я дал ему денег, чтобы он отказался. Но он теперь каждый день требует денег. Каждый день. Кто он? Откуда? Дело не в нем. Он находится под чьей-то защитой. Какой-то бандит. Все боятся его. Он может убить человека, не задумавшись. Кенан сказал, что знает человека, который мне может помочь. Кенан советовал тебя. Ты сможешь? Не боишься? Мы не отправляем обратно тех, кто просит о помощи, и тех, кто хочет умереть. Назови имя. Спасибо. Не за что. Ну как? Не волнуйся, это чистое дело. Ты расспрашивал его о деле? Да. Будешь теперь пугать его? У него есть покровитель, расспроси о нем. И его пойдешь пугать? Да, буду. Кто этот защитник? Караджиляль. Караджиляль? Близкий друг Хайратлы. Давай откажемся. Давай откажемся. Ничего не говори, парень. Поздно уже. Стамбул, 1971 год. Вот тебе и Караджиляль. Я взялся за дело.
пообещал человеку, я помогу ему. Как мы будем с ним бороться? Хайратлы убьет нас. Он и так ищет тебя. Возможно. Смотри, он положил глаз на твою. Моя самая любимая песня — «Млечный путь». Ага, «Млечный путь». Сальма хорошо ее поет. Очень хорошо. Пусть споет. Дорогая, спой для брата Джаляля. Прошу тебя. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Браво, браво! Действительно великолепный голос. Но я должен забрать ненадолго этот прекрасный голос. Возникла проблема с репертуаром. Прошу прощения, мы ненадолго. Простите. Что же, Джаляль? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Он собирается убить Рамиза, а ты стараешься понравиться ему. Оставь, пусть делает свое дело. Но она не знает, брат. Ты знаешь, кто тот человек, которому ты пела? Знаю. Друг Хайратлы. Старый друг Кинана. Мы взяли дело. Мы начинаем свое дело, чтобы избавиться от Хайратлы. Мы обязаны. Мы уже дали слово. И первое наше дело – это твой меломан. Понимаешь? Тогда я не буду крутиться возле него. Сальма! Рамиз! Кинан! Каждый выполняет свое дело. Хайратлы видит в тебе угрозу. Хочет избавиться от тебя. А вы идете против него. Пытаетесь убрать Джаляля. Разве не так? А ты хочешь стать популярной? Подбираешься близко к Хайратлы, так? Нет. Я делаю то же, что и вы. Я тоже пытаюсь найти себе путь, Кинан. Вы оба очень хорошие, но вы не сделаете меня популярной. Вы не сможете. У вас не получится. Зато Хайратлы сможет. Не сердись на него, он не желает тебе плохого. Ну и хорошего плана у него нет. А у тебя есть?